Друзья, приветствую вас в игрушке Пигги, побег от свиньи. Короче говоря, здесь мы противостоим свинке Пепе, которая будет за нами охотиться. Так, ну графика в игре в принципе неплохая, управление тоже в принципе сгодится. Давайте побегаем, посмотрим. Так, нормально бегать наш персонаж не может. Блин, а плитка ничего такая, как у моей бабушки. Пойдет. Так, нужен ключ. Пойдем, походим, поищем. Ножницы. Можно взять? Нет, нельзя. Твою ж за ногу! Вот псина ты! Так. Как это мило. А на обед у нас свининка. Стейк. И... О, подожди-ка, это какая-то загадка, да, должна быть? Ладненько, побегаем, поищем. Погнали на верхний этаж. Ну. А, я могу бегать. У меня есть кнопка бегать. Отлично. Могу приседать. Давайте, на скорости. Фото какой-то семейки. Какая сложная загадка. Так, а в этой игре вообще есть стелс? А чё двери так скрипят-то странно? Так, нет, ничего нельзя сделать, да, с этим? Ладненько. О, я нашел голову коня. Так, не все двери можно открыть, ладно. Так, 4 коня есть, что делать дальше? Что нам делать с конями? Не ясно. Но я так понимаю, какая-то дверь должна открыться. Как ты? Чё ж ты так? На автомате, что ли, открывает? О! И чё я столько ходил, когда можно было выйти через эту дверь? Так. Твою ж за ногу! Так, ну как ты так сквозь стену прошла? Так, ладно, последняя попытка. Серьезно, надо начинать заново искать эту голову лошади. Надо поискать ключик. Очень-очень скрипучие двери. Прятаться нам, получается, нигде нельзя. Ни в шкафах, нигде.
О! Это что за загадка? Ну, откройся нормально. Так, а что мне с этим делать-то? О, а сюда нельзя выйти, нет? Нет. Не, ну это так не работает. Давайте-ка мы попробуем еще здесь что-нибудь сделать. Так, ну взаимодействовать с картинкой нельзя. Ладно. Ну, картинка ничего такая пойдет. Так, ну голова никак не поворачивается. Ладно. Поищем другой выход. О, подвал. А здесь я не был. Отсюда не выбраться. Да возьми лопату и дай этой свинине по башке. Чё ты там мелочиться? Так, ну взаимодействовать мне не с чем, это плохо. Так, никакие ручки поворачивать тоже нельзя. Так, может быть, надо найти какую-то деталь. Вот труп? Нет, нет. Так, ну тут мы уже были. Я, в принципе, осмотрел весь особняк и ничего тут не нашел. А, подожди-ка, вот эту дверь я не открывал. Ага, надо повернуть вон ту голову. Так, 3, 6, 7. Не, ну это так не работает. Тут тоже ничего взять нельзя никак.
Так, эта дверь не открывается. Идем еще раз сюда. Надо, может, что-то найти, какую-то деталь, чтобы его повернуть-то. Я уже все облазил. Странно. Какие-то туземцы, священник и туземец с чьей-то башкой. Так. Так, ну с этой дверью даже нельзя взаимодействовать. Ладно, пошлите посмотрим, что у нас тут. Перец. Так, ну тут ничего особенного я не нахожу. Эта дверь не взаимодействует. Никуда нельзя выйти. Очень-очень плохо. А, тут по ходу у игры есть баг. Пока мы не взаимодействуем с дверью, свин не появляется. Да ёп! Друзья, такая вот игрушка. Но, кстати, баг с дверью я заметил. Так что рекомендуем воспользоваться. Надеюсь, что игра вам понравилась. Не забываем ставить лайки, жать на колокольчик и подписываться. Всем пока, друзья!